10 апреля глава района Заур Хамирзов провел еженедельное совещание с заместителями, руководителями структурных подразделений, главами сельских поселений. В ходе совещания участники традиционно рассмотрели и заслушали доклады по разным вопросам. Руководитель района отметил приоритеты, поинтересовался ходом выполнения поручений, данных им на предыдущем совещании, и их конечным результатом. Это вопросы, касающиеся весенней призывной кампании, оказания помощи семьям мобилизованных, добровольцев и служащих по контракту, достижение показателей KPI «Дерево цели». Важное внимание на совещании было уделено вопросу санитарного состояния населенных пунктов района. Выслушав информацию от заместителей и руководителей муниципалитетов, глава района рекомендовал усилить работу по санитарной очистке и благоустройству территории сельских поселений. По итогам совещания был определен план работы на будущую неделю по всем вышеперечисленным вопросам. Даны поручения, а их реализация поставлена на контроль.